Завершив программу балетных показов, международный фестиваль «Мариинский» сегодня открывает оперную программу. Этим вечером зрителя ждет встреча с Дон Кихотом. Это опера Жюля Массне в постановке классика мировой оперной режиссуры Яниса Кокаса. Спектакль пронизан испанским колоритом и карнавальной стихией. Декорации, выполненные по принципу театра теней, призваны подчеркнуть идею автора о параллельном существовании реального мира и мира грез. В главных партиях выйдут солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, прекрасная Дульсинея, Юрий Воробьев, Дон Кихот, и Андрей Серов в партии Санчо Панса.